Короче, народ, всем привет. Показываю свою первую ласточку. Продается машина, выезжает. Это что, ЗАЗ-968ММ, да? 40 лошадей. С пробегом 16 тысяч километров. Когда он мне достался, было 8 тысяч. Из-под дедушки. Красные полоски, по-моему, наклеили за каким-то фигом. Такой мотор. Офигеть. Да, сколько я на нем проехал-то. Жесть. Мазутой запачкался немного. Такая вот тема. Так-то прикольная тачка, да? Ёшкин-кот, все работает. Ну, что-то там бензин-то козлячий, залит я. 18 лет не был, я заливал. Короче, такой салончик у него. Панель приборов. Пробег 16253. Фаричка мигает. Ну-ка, сейчас свет выключим. Опа, смотри, слоя. Да. Смотри, габариты, все горит. Сейчас я фонарь свой вырублю. Во, прикинь, часы ходят. Они так тикают прикольно. Какой пересвет? Прикинь, да? Это да, массы не хватает. Подсветка номера горит, все лампы родные. О, этот на крыле не горит один. Ня. Габаритики такие. Блин, прикольная тачка, да? Сейчас свет вырублю. О. Охренеть. Да. С какой-то мафон у меня еще стоит. О, прикинь, тоже светится. Колонка не подключена. Жесть. Вот такая тачка. Берем батон. Вот такая автономочка, короче, здесь. Бензиновая. Слышишь, разгоняется. Разгоняется печка. Че, реально работает? Конечно. Слышишь, слышишь? Сейчас батарейка вся эта на камере. Блядь. Разгоняется. О, ко мне подошло. Да, подошло, все. Да, подошло. Все, огонь. Запор выезжает, короче. Выезжает ласточка. Прощай, моя малышка.